Всем привет! Это агентство хороших новостей. Будущее уже наступило. Например, недавно была создана машина времени. Как она работает, расскажем в нашем сюжете. Привет, я Лукас, и я хочу заглянуть в мир будущего. В виртуальной реальности американского блогера Лукаса Ризотто возможно все. Чтобы совершить путешествие во времени, он взял очки со встроенными в них камерами и начал записывать все происходящее с ним в течение года. Ты просто нажимаешь на кнопку, и начинается запись. Лукасу пришлось купить кучу жестких дисков, чтобы сохранить отснятый материал, и потратить много времени, чтобы загрузить его на компьютер и обработать в формате 3D. Затем юноша с помощью прожектора и компьютера создал эффект временного портала, надел очки виртуальной реальности и увидел свои видеовоспоминания в трехмерном объеме. Это не похоже на просмотр обычных видео. Благодаря тому, что ты видишь объемные видео, мозг начинает работать так, что в памяти всплывают даже запахи. Это очень необычное ощущение. Ну а вот еще одно видео из прошлого. Помните этого танцующего миллионера по имени Джанлука Вакки? 4 года назад он стал настоящей звездой. За прошедшие годы он чуть было не лишился бизнеса, однако стал диджеем и продолжил карьеру знаменитости. Ну а теперь в свои 53 он готовится впервые стать папой. Будущая мама ребенка – 25-летняя модель Шэрон Фонсеки. О том, что у пары будет девочка, будущая мама узнала оригинальным способом, когда Джанлука договорился с волшебником на вертолете. Шэрон – это просто мама мечты. Я очень рад, что у нас будет ребенок. Друзья, на этом все. Вы смотрели агентство хороших новостей. До встречи на телеканале Bridge TV. Всем пока!